Итак, друзья, сегодня также у нас уникальный гость, человек, который делает своими руками удивительные вещи, которые, можно сказать, золотые руки. Флюра Ракипова и моя мама. На самом деле, да, у меня очень интересная, удивительная семья, к чему я просто очень-очень рада и счастлива. Флюра, скажите, пожалуйста, о том, что вы делаете, для чего вы делаете и какие-то свои эмоции. Ну, я человек на пенсии, пенсия у меня очень маленькая. Как держать? Я вообще художник-модельер, как бы и в бывшем, и сейчас тоже. И я в эволюции разума, мне это очень нравится, это сообщество. Не только потому, что у меня там дети, а просто мне нравится вся идея, концепция, мне нравится, что это для людей. И я хочу приобрести персональные единицы, я, конечно, не могу купить просто так. И я хочу предложить свои услуги и сшить сумочки, может быть, с символикой. И, возможно, они кому не понравятся, потому что если ходить с такой, допустим, сумкой по городу, по крайней мере, глаз уже будет как бы, ну, определять, что это такое. А потом в интернете где-нибудь, во многих же сетях эволюции разума, они увидят и подумают, ну, наверное, там можно приобрести. Короче, я хочу, чтобы ПЕшки у меня появились через свой труд –